Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Xiaomi Redmi 10C, и сейчас я покажу вам, как выйти из режима Recovery на данном устройстве. Итак, если вы попали в режим Recovery и теперь не знаете, как из него выйти, все, что вам нужно сделать, это перезапустить ваш телефон. Для того, чтобы перезапустить ваш телефон, вы можете передвигаться в меню Recovery с помощью кнопочек громкости, а делать выбор с помощью кнопки питания. И нам нужно выбрать самую первую функцию Reboot. Нажимаем сюда и нажимаем Reboot to System. И теперь ждем, когда телефон перезагрузится. И наш телефон перезагрузился. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.